Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии. Все-таки всегда лучше смотреть сначала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Не дотягивается. Сколько тут город будет держаться? 4 хода. Я думаю, мне хватит. Сколько у тебя в Монреале промки показывает, кстати? В Монреале? Да. 38. А у тебя карточка на... карточка на промку не стоит. А чё дает бомбарду? Ты хотя бы войска расставь на чудесах. Чтобы он не мог на них играть. Войска здесь не будут играть роли, он психонос может встать. Они будут играть роли, потому что рок-группа не становится на те клетки, где есть войска. Да, да, у них не отдельный слой. У тебя же есть войска, Корлин? Есть. Маяк, верфь, так маяк, оставь их на чудесах в первую очередь. Надо в залив кораблекрушения перебросить. Не, ну Канада, конечно, просыпается очень быстро. Просто без шансов. Сколько у тебя чудес, Корги? Ну, штуки 5. 5 юнитов ты найдешь? Да. Блин, нет, не хочу сюда. Еще Савону минус к науке.
Аквапарк. Аквапарк может... Не, подождите, в Кёнджу. Это центр коммерции. Ну, уже считается, что я тебя обратил. Ну да, я ж твои города захватил. А да, точно. Надо, чтобы 50% городов было, да? Да. Тринадцать ходов до победы. Там пишется в культурной. Ну, он там что-то это... Ускорился, да, 14 ходов. У него один рокер сыграл на кампусе. Он играет рокеры на... рокерами на хлеб. Мутит концерты, мутит. Он три рокера, по-моему, купил, один сдох уже. Ну, там, два еще живы. Да дохнут, как мухи за коленбами. Стоит. Алексей, переливаем союз культурный с Норвегией? Да, конечно. Кинул дружбу. Ой, что-то я поспешил. Не добрал. Да, блин. Я, кто Болонью захватывает? Я захват. Так, я думаю, бомбардировщиков нам хватит. Еще один рок-концерт. А ты играешь вообще или только со мной следишь? Мне просто интересно. Ты про меня? Да. Конечно, играю. Ну я просто у тебя вот кампус граблю, а ты даже не реагируешь. Конечно, ты шифт-энтер просто жмешь и все сильно. И кампусами долго осталось играть. Будем тырить шедевры у Египта. Ну как бы грабя кампуса, он выходит в техе. Да, есть такое. Алексей, дружбу примешь? Сейчас к тебе полетит. Принял. Ну и культурный союз. Погоди. Кинул. Конечно, Шана, я за тобой слежу в первую очередь. То, что ты кампус пограбил, это, ну, неприятно, но не страшно. В первую очередь надо следить за собой. И быть осторожным, да. Витя предупреждал об этом. Кореец, кстати. Кто кореец? Чё кореец? Витя. Да. Предательство. Ай-яй-яй. Отказаться, конечно. Но мы тебя пожирили. А у кого предательство было? Тебя. У тебя. А почему тебе предложили? Предложить. Мне предложил. Не, нет, мне предложила, я уже предложил.
Рим предложение. Охрана природы. 36 ходов изучается мощно. Так, нафига я тут рынок строю? Как все успеть? Нет, и против предательства. Весь свободный мир должен сказать нет. Конечно, предательству. Нет всяким корейцам, которые в спину входят и не дают яйца. Но нет, дал вот это. Входят в спину? Мы там с другого континента пожурили. Да тут смотрите, тут вообще кореец скоро захватит весь континент. Жили и скоро будет один такой большой союз законный Харальдом, и все. Религиозная агрессия у Кхмера. Он меня просто обращал, я его это... Кого? Я Краков взял, обратил. Я за это 100 монет получил. Ну, видимо, что-то не понравилось. Ну да. Ты, блин, тебе не понравилось, что я 100 монет заработал, да? Ненавижу. Ого, у тебя тут даже какой-то флот есть. Сижу, караван, да, у меня есть чутка. Я сижу тут, ломаю себе тут улучшения, граблю караваны. Ну как надо поступать. Ну вот, больше не поступит. Какой интересный тут город, государство-то есть. Центр коммерции, рынок сначала давайте сделаем. Че, Карагел, на театрал? Нет. Ты че, в каждом городе стоит? Причем под ППшкой. Ставь даже на все остальные. Так, все стоят. Войска ставь на все остальные. Да я не могу, блин, и театралки, и компуса, и чуды, и все на свете за это задефать. А жаль.
Да они у него дохнут, вон он сдохла группа у него, причем хорошая на 2 там прокачанная. Ну туризм-то она дает. Да ебат, блин. А кто у нас вообще сейчас ему сопротивляется? Я. Я последняя ступень сопротивления. Почему ты? Я же... Ну, посмотри. Три единички. Не? У тебя 60, а у меня 77. А, я просто в культуре смотрю, у меня 3 внутренних. Ой, 3 этих приезжих. Ороген, ты ему больше всего помогаешь, на самом деле. Что он не делает вообще? Норвежец, это мы уже все поняли, да, что Караген больше всех помогает. Я не устал, но это напоминать. У него скоро союз заканчивается. Я думаю, Ашан единственное сделал ошибку, что вот он не потерпел до этой карточки. У нас не с ним нету союза. Караген тут в свою игру играет, он пытается религии победить, не волнуйся за него. Я за него не волнуюсь. Да, блин, у тебя еще один город, да ты надоел. У меня еще в третий есть, у меня есть Петербурга. Кингу какой-то взял. Так, где у меня тут был пророк? Там третий самый классный Петербург. Блин, надо к чуду теперь бежать. Не столь ли ничего. А не поднимается. Когда ты захватишь Петербург, ты сможешь наблюдать красивый северное сияние. Красивое, да, вот так. Окей. Okay. У тебя тоже уголь кончится. О, у Рима есть уголь. Рим, подкинь, пожалуйста. Чё хочешь за уголь? О, вот это тебе дал. Кто там желал Норвегии утонуть? Кто это, сволочь? Она вот уже. Не утонет, она строит свои плотины. Вот если бы не строила, да, потонуло бы неплохо. Так очень много клеток, которые затапливаются. Ну, сейчас у Харальда либо ломается промка, либо понятно. Либо я уже ничего не сделаю. А вот теперь, когда Монреаль принадлежит тебе полностью, сколько там промка? Так, а был какой-то, по-моему, алюминий у канадца. По-моему. Ну. Что, я тут не получаю алюминий, что ли? Должен получать. А, тут разграблен, блин.
Ого, буддизм приезжает на земле Канады. Я просто хожу, я даже не обращаю ничего. Ну а как он появился? Там только нет, в смысле? Обращение. Там только что у буддизма произошло обращение. Прям анимация была видна. Да я повысил ему этот до единички. До культурной победы 8 ходов пишет. Все предложения. Для достижения культурной победы Египту необходимо добиться преобладания своей культуры еще одного игрока. У меня, видимо, да? У тебя, да. Остался. Но он концерт все равно может и у Кхмера играть. Тут без разницы, как бы, да. Ну, походу, это будет все. Ну, есть что-нибудь поставить карточку на культуру? Соседство театральной площади. Надеюсь, Корген следующий союз ты мне дашь через сколько и, там, 5 ходов? И... У нас уже данные нет союза. В смысле нет союза? А почему мне показывают, что есть? А, есть, значит, еще нет. А с кем у меня нет союза? А, с Римом закончился. Рим? Это повод объявить войну. Риму мне? А ему-то смысл он не объявляет. Нет, Египта. Блин, я тоже... Алексей, что у тебя там насчет запуска искусственного спутника? О, это... Я даже ракетостроение не открыл. Да, не близко. Кстати, мне надо ракетостроение открыть, а не... А что дает этот запуск космического спутника? Культуру за 6 культура ходов. Культура равная 10 кр... за 10. За 10 ходов. 10-кратный, да. Только от науки считает, не от культуры. Да, от науки, поэтому если Алексей сейчас запустит, то... Я не запущу. Он не сейчас, но если успеет. Это 3000 культуры, это много. 30 туристов, по-моему. Или около того. Ну и остался самый великолепный город. Такой Вавилон. Чужой среди своих. Так, 2 хода, 1 очко. Я везде ламбы построил, клёво. Ты кто везде ламбы построил? Я. Ну, за веру. Все купил сразу. И это вся наука, что ты сумел выжить слабыми? У меня компуса-то там вообще какие-то... Слушай, Норвежец, у тебя как, по-моему, какое-то личное... Это... Ненависть к Хмеру, по-моему. Всю игру ты его подкалываешь. Слушай, Караген, может, поешь, несешь его? Да вот я тоже так думаю, что-то это. А как ты меня снесешь? Я, кстати, в лабуте, на самом деле. Если у меня уже сталь. И что? У нас давно уже самолет. Давно, я тебе больше скажу, у меня уже, блин, ракетостроение изучено. Красный авианосец есть? А если найду? Зачем мне авианосец, если у меня подлодка будет через 4 хода? Если только так.
возьму бомбарду, мне уже нафиг нужен. Так, надо вот это отремонтировать дело. Боже, у меня сколько городов тут. Так, когда там уже победит-то Египет? Ага, опять отложилось. Блин. Не, все равно не будет. Спасибо за игру. Да, спасибо. За игру. Рим, зомби. Я, кстати, играть. А, он же хостом был, да? Да. А почему он вышел? Потому что его убили. Полностью захватили. Нет, Рим, зомби вышел. А, это зомби вылетел. А, так, придется еще раз захватить канадца, потому что он, вылетая, немного подпортил нам. Так, это мы... разрушаем, лечимся, а с Болонией у меня нет, не война. Так, оперу и балет открыл, значит, ставим здесь вместо гранд-опера ставим. Жалоба. Зомби. А у тебя есть где-то чудеса света? Нет. Не говори ему. Ему до победы осталось. Ничего не осталось, правда. Да, я там половина еще. Это все, что я делал, это половина еще столько. Рима, не хочешь пойти корею снести вместе со мной? Арбалетчиками. А чего, у тебя ничего нет? Даже до сих пор. Ну, она очень поздно появилась. Ой, ёп! Что случилось? Да, воткнул район на... место, где у меня была просто нереальная ферма. Там капец. Фига себе тут угля. Я как всегда, короче. Каргена, у тебя есть аквапарк где-то? Аквапарк? Зачем?
Нет. Ты так метаешься, знаешь, типа, Рим, пойдем Корею снесем. Так, нет, тогда, Карагену, у тебя есть аквапарки? Типа, ну, я либо сношу Корею, либо в аквапарках тушу. Тут либо то, либо другое. Пьяные рокеры в аквапарке. Да, да. Слушайте, это, наверное, очень жестокое будет, ну, зрелище. Я просто блин, один... А, все, я уже взял то. У меня есть аквапарк. О. Говорить об этом, наверное, не надо было. Даже интересно посмотреть. А, точно. Так, тебе. Какую музыку предпочитаешь, Рим? Давай Металлику рубай. Давай Unforgiven. Так, что у нас по ресурсам? Ну, я походил. Это первый ход, потому что... Кофе на оливке. И крюшки на шелк. Хмер предложение. А, блин. Сейчас. Я... Ну, я уже походил. Я, оказывается, понял. Построил Оксфордский университет. Я не знаю, когда. Да, кто-то у меня его угнал. И у меня. Война. Давайте все-таки вот разберем причем, действия венгра. Посмотрите, у него вот эта его столица была, да, он тут поставил. Была армада у меня. Вот город. Блин, сколько художников по всей карте прям же. Не начисля... Вот двоим количество художников. Ха-ха, чтобы я вообще никак сходить. Я так не успеваю ничего из-за них. Так, торговые пути к кому? Скорее. Я готов... Нет, я за Рим готов проголосовать, кстати. Ну, как раз я начал строить торговые пути. Так и это ж не для тебя. Караген, давай к тебе торговые пути. Не хочешь? Так, ну давай. Не, нормально. А что про великих людей? Я, конечно, могу... предложить, чтобы не начислялись там музыкантов, писателей или художников. Смысл? Но мне кажется, как раз это против нас будет. Я даже не знаю, честно говоря, что предлагать. Давайте забаним инженеров. Да. Давайте. Почему? Солзарин. А, ну, блин. Да там не очко, конечно. До вдохновения холодная война. Создать истребитель. Кстати, мне кажется, истребитель реально надо создать.
Так, морская плотина, канализация 3. Синагога нет. Крыгин, у тебя все, две театралки, как так? Ты чё, нет, не две больше. Да две у тебя все, всю эту территорию. Где мне выступать? Не две, а три. Ты просто не можешь на них встать. Я на них поставил. Хитрый Караген, а? Караген, предложение. Это что, Караген хочет победить? Чё? Караген победить? Ой, а я просто не вижу, что здесь происходит. Не смотри, мать, тебя убили, ты призрак отца Гамлета. Призрак. Я вот интересно, что у Карагена внутри религии взял. Она меня отравила. Что принято у Карагена внутри религии, я тебе скажу. А, он все, я уже все показывает. Иезуитка собственности маты. А что, он там обратил этого, что ли? Как его, Харальда? Ладно, Караген, сорян, конечно, но это нельзя себе позволять. А что, он тебя обращать начал? Да. Я даже на тебе еще ни разу ничего не, этот, не сыграл. Ну, я вижу 5 апостолов твоих вокруг на моей территории. Так они разведывают. Ну серьезно, ну да. Вот просто разведывают. 5 апостолов, 5 апостолов, даже не миссионеров. Ну и хоть один из них сыграл. Ну ты сейчас разместишь их и все сыграешь. Одного, да? Ну перестань. Ну еще 5 подъедут и все, и победа. Там, чтобы его побить, надо там, я не знаю, там 100 апостолов кинуть. Да не, города там, где эти священки есть, и все. И победа, без обеда. Там у человека 20 городов, я не смогу его обратить. Вот чё, блин. И только в моих городах стоят в 4 или 5. Да, поэтому ты отправил апостолов именно на бывшие города Канады, чтобы именно их обратить. Там я опять разведываю. Где-то священок есть, и ты. Ой, да, ты обращаешь 5 городов, и все. И твоя религиозная, можно говорить. Религиозная победа — это миф. Ну, там еще надо будет постараться все обратить, но со временем само по себе. Да нет, хотя бы один игрок, который палит эту тему, и все, не серьезно. А если бы я не запалил, он мог бы победить сейчас. Еще даже проще, чем культурную ее запалить. Там это когда мы играли игру, где Ашен Балзакира, спалили и все, начали брекаться, чтобы не победить. Караген, мой тебе совет. А где его апостолы, Алексей? Я могу его убивать, я ему войну объявил. Ты можешь это сделать насаждением. Апостолы на территории бывшей Канады, так что ты ничего не сделаешь. Нет, я уничтожаю тех апостолов, которые плывут. Ну, я только на территории, я не знаю, где плывут. Где плывут, я... Их там много всяких. А у тебя веры хватит на инквизицию? Я думаю, что я сейчас обратно просто обращу города своими апостолами. Я ж убиваю апостолов, и то есть сразу у него минус к его вере. Серьезный. Да, минус сколько там, 250 или 150? Неплохо так. Как вы тут расположились? Классно, кстати.
Блин, почему такой минус по деньгам-то? Чтобы флот покупать за веру, что нужно? Нельзя. Ничего нельзя. Быть Индонезией. Это Индонезия может флот покупать, да. Но самолеты могу, да, брать? Нет. Нет. Да ё-моё. Не, ну это... У тебя и так хороший. Ну, не, кстати, я вообще считаю, что это действительно какая-то хрень странная. То есть вот, ну действительно, почему наземную ты можешь покупать, а морские нет? В чем разница? А может быть, они считают, в принципе, это имбовато. Да. По факту, и когда там, не знаю, ну сколько бы самолет бы стоил бы бомбардировщик Вега, если... Двое больше. Могут переносить боеголовки, это самое и самолеты. Если там ПТ-команда стоит сколько? 340, ну сколько бы самолет стоил? Фигня стоил бы. 500 где-то, 500 вега, это смехотворно. О, заберу торговца на туризм. Это хорошо. Ну что, там уже все? Там нет, еще ученые есть на туризм. Ученый на туризм? Да, от артефактов. Его бы тоже забрать. Упс. Подождите. Он забрал этого так... Выкупил, что ли? Ах ты, египетская какашка! Ах ты... На глазах украл. Да блин, там у тебя... Ты за сколько его выкупил вообще? Сколько он тебе стоил? 4600. Ни хрена себе. Ва-банк. Ну там от торговых путей. То есть, ребята, если вы будете позволять ему торговые пути к вам пускать, вот это как бы... Нет, торговых путей и так идет 25. Будет мало. Да, вопрос. Да, да. Вот как оно это египетское, а? Купил сразу. Ты сжег тот великолепный город с северным сиянием. Там, кстати, да, нефть стояла. Там нефть. Я сейчас отключу стрим, если ты будешь подсказывать. Да нет, я про свой город именно ставлю. Так ты смотришь на через мой стрим на свой город. Да там не нужен. В смысле? Хорошо, молчу, молчу. Ну, у меня открыт нефть, и он видит, где нефть находится. Ну, у меня тоже нефть открыта, мне не волнуйся. Мне кажется, Леша тоже открыл нефть со своей-то наукой. 600 науки, думаешь, нефть нет? Ну, не важно. Как интересно играть, когда у всех есть вариант, да? Что интересно играть? Когда они в одну калитку. Да, кстати, вот это прикольно, что тут столько сейчас вариантов победы у разных людей. У одного религия, у другого культура, у третьего наука. Очень интересно. А Рим может просто утонуть. Не хватает этого. Не хватает кто-нибудь, чтобы в дипку топил. Ну, просто Швеции не хватает. Да, за Швецию или за американца. Да, за американцев тоже классно, когда там просто с карточкой. Сколько там ходов до победы культуры показывало? Ну, вообще не показывает. Варвары катаются на броненосцах. Мощно, мощно. Корриген, то чувство, когда религиозный юнит стоит больше, чем наземный, да? Сейчас, Мася, ты говоришь, что он реально стрим выключит, а я одним глазом посматриваю. Да, ну это и так понятно, то что... Это очевидные вещи, я говорю.
Я ж не буду говорить то, что он не знает, что происходит полностью глобально. Ладно, чтобы другие не знали. Ну видишь, молчу же не один. Я такие очевидные вещи говорю. Нарин на своем таком острове живет, да? Он, да, он отдельно живет. Мне приходится и в культуру сейчас топить, и в религию. Там большая сестра была за Польшей. Вы вдвоем на этом острове? Ну, да, тут островок такой веселый, да? Один большой континент, где четверо расположились. Второй большой, где двое расположились, и один маленький, где двое расположились. Не, ну, тут Египту, конечно, не очень повезло, я его, конечно, тут выселил. Кажется, вы хорошо поселились, сколько у него было, сколько у нас примерно одинаково. Я вот понял недостаток маленьких островков. Негде строить промзоны. Да, рек нету, акведуков нет, дамб нет. Какие карточки на эту группу вообще есть, кроме как нуба? Мне кажется, больше никаких нет вообще. Я не помню, что было. У Швеции есть... Это Швеция. Нет, литературная... Премия, Нобелевская премия по литературе. Она дает победителю 20% стоимости скидки на рок-группы. Здорово. Почему я слышу, как будто сейчас у кого-то только ход кончается? Да-да-да, тоже слышу. Понятно, от кого. Это у меня, сори. Привет. Вы уже играете, да, у вас? Нет, мы только начинаем. Можешь зайти. Второй ход. Второй ход. Второй, да. Ход? Вылетел тут человек. Понял. За Александра Македонского. Там ссылочка в чате. А, понял. Я просто тут уже только тоже начал партию с рандомными челиками. Вот. Сиди в ней. Ну, играй тогда, да. Ну да, наверное, уже да. Ну просто сейчас все эти рандомные карточки, они имеют неприятное свойство заканчиваться непонятно когда. Сейчас я звук отрублю, сори. А здесь есть одно качество, когда она заканчивается через 8 часов. Я думаю, самых приятных. Ну, дайте две тогда, как говорится. Только за такие катки. Как в старые добрые мои... времена. А где мои шпионы вообще? Канал, где люди играют до конца. Дискорд имеешь в виду? Угу. Я просто старый слишком тогда, если не могу найти. Эх. Свинина. Эти в Диере дамбу. Да, опять Савону минус будет. Этот Савон будет на 2 там теперь. Нету, это именно отмечает фабрику. Ну, что поделать. О, истребитель.
посмотрел. Слушайте, 667-400 это уже окей. Теперь я уже не думаю, что Египет может победить культурой. Карагенна тебя уже начукался, Харальд, что ж ты опять сошёлся? Я просто не заметил. Но вообще-то я не матерился, насколько мне помнится. Да не, ну это так, образно говоря. Я знаю, что он не победит культуры, поэтому смысл мне... Мне как бы... Ну, пофиг. Сказать, не победит. Ну, он не сможет победить культуры, там уже все, как бы это бесполезно для него. ГГ. Я, кстати, не согласен пока. Тоже полностью не согласен с этим. Он все еще может придержать религию, поставить карточку на выбор промоушена рок-группам и нормально рубануть. Он постоянно играет вокруг столицы... Ну, он выставил войска свои, я чё, я, как я поставлю туда свои? Он вот он как? Поставил здесь свои иди войска. Монахом, воином, ломай. Союз я тебе предлагал поставить своих войск, слушайте, свои а войска. Что синагога дает? Наверное, просто плюс, по-моему, плюс 5 к вере. Да. У меня нету таких мощных войск, чтобы отбивать человека, который на твоем же континенте. Давайте просто миссионеров возьмем. А что это за религия вообще у канадцев? Что там? Храмы и святилища культуры. О, это... Слушай, на самом деле захват канадца помог мне отбиваться от культурной да, потому победы. Что меньше стало. Да. Ну, да, там священки на культуру. Там ставят. У него храмы и святилища производят культуру. Да, да. На великий. И плюс еще, уничтожив одну нацию, у Египта стало меньше туристов. Ну он и так меня полностью, как бы, там, без разницы. Нет, у него суммарное количество туристов уменьшилось. Да, это тоже верно. Плюс культуру, ну 400 культуры, да. Нормально так-то. За каждую тысячу культуры нужно. Дороген, мне кажется, и если в Монреале и в Виннипеге. Просто он тебе не дает же религию распространить? Ну, я и не собирался туда, видишь. Мне кажется, надо что-то сделать. У тебя теперь в Монреале нормальная промка, Леша? Нормально это сколько, в твоем понимании? Ну, там 170 есть. 170? Нет. Ну, у меня 90. Там 170 промки. 90. Ну, нет, так у меня же не тундра не дает то, что давала тебе. А, точно у тебя. А Монреале разве на тундре стоит? Ну, сверху там несколько клеток тундры есть. Тогда нет. Ну 90, 90 тоже неплохо. Тоже неплохо, да, всегда. Кажется, в плюс по деньгам вышел. Так, надо караваны как-то купить. По деньгам. Кёнджу, Нидарас. Ага, из Кёнджу отправляем. Доступные пути. Кёнджу. А, это Кёнджу. Ясно.
Так, Пенджу я сбросил. Чинджу теперь. А мы вырубаем тут. Электричество ставим. Пошли обращать. Все на электричество. Если есть возможность, ставим теперь на электричество. Я стырил шедевры у Египта. Теперь надо не видать победы культуры. Вот он играет просто бесконечно, на каждом ходу. Кто? Египет. Ну да, использует религию. Он же хочет победить. Без конечности, так сказать. 5 ходов написано победа Египта. На вранье. Лучше провокация. Здесь нам без искусственного спутника недолго осталось. Ну, конечно, он уже давно запущен. Ну, там сначала надо построить космопорт, этот спутник. Да, я вижу промка. Там очень не очень, много. Видимо, хорошая в городе космопорта. Процесс довольно затяжной такой, но если он произойдет, то культурной победе. То есть интересно, да, вот человек рассуждает, вот мне вот он не хочет сделать, чтобы другой он хочет. Да, да. Я не услышал, что ты говоришь? Он надеется, что у Кореи... Короче, чтоб хочет, чтобы Корея победила, говорит это вслух. Даже не скрывает. Да. Но если вы не стопаете Египет, то почему я должен стопать Корею? Ну, знаешь, вряд ли ты сильно стопаешь. Нет, ну если ты стопал Корею, если не Корею, а Египет по культуре, ну как-то из чувства солидарности я бы не оставил. Не остался в стране с Кореей. Так, доступные пути из Оттавы в Нидарос и из Торонто в Нидарос. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!